Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода The Game. У нас есть несколько турнирчиков, выходные дни, я тут особо никуда не спешил. Битвы с усилениями, битва титанов, давайте заглянем, что у нас тут по битвам по титанам. Ну, оно, как видите, 18 дней ждет, и здесь ничего такого суперсильного нет. Думаю, пусть пока оно повисит, пройдем его как-нибудь на днях. Так, и вот бой с усилениями, и пернатые предки... Птерозавры X1. Так, ну, начнем с чего? Давайте начнем, может, с птерозавриков. Хотя нет, здесь как-то все просто. Давайте травоядные X1 наши условия. Ха! И противничка у нас такие довольно интересные. Так, ну, тут как бы... Так, нужно взять кого-то, кто за два удара пробьет, допустим, Сигназуха. Допустим, первого можно взять... кого угодно, допустим, птерозавр, он нас по-любому атакует. Мы, допустим, берем потом Юдона. Юдон, так, за два удара пробивает, как вы считаете, 5000 жизни. А у нас здесь сколько? Давайте посчитаем. 1675 умножить на 1,4, 2300 и умножить на 2. Нет, немножко не хватает. Нужен кто-то с ударом побольше. Типа вот 1742. Хватит или не хватит? Давайте еще раз посчитаем. 1742 умножить на 1,4. Это бонус. 40% это бонус за два удара. Опять же, и умножить на 2. Прикиньте, не хватает. Вот дела. А тебе хватит? Забавно. Ну... У нас сегодня такая математическая, короче, серия, ребята. Умножить на 1,4 и умножить на 2. Блин, 77 не хватает. Вот что ты будешь делать? Конковинатора точно хватит. Ну, мы делаем это для, зачем? Если противник видит, что может нас победить, то он обязательно будет атаковать. То есть, птеродаустра беру слабого здесь, ну, тут кого угодно можно взять. Он обязательно нас проатакует. Вот как бы в этом фишка. В этом фишечка. Так, ну и эрлифозавр, допустим. И эрлифозаурус. Ну давайте. Блин, а, травоядный, ну ладно. Значит, нужно взять какого-то слабого травоядного. Что-то я про птерозавра подумал. Ну вот. Он за один удар убьет. Делаем вот так. Вот, он обязательно атакует. Потому что даже если бы я поставил балл в защиту, он бы все равно нас пробил. Теперь появился конковинатор. Ну, давайте сделаем вот так. Но это нас все равно не спасает, да? То есть мы делаем 2900. 7000, блин. Ну мы выживем. Вот один балл этот нас должен спасти. Ах, смотрите, какой интересный. Не захотел нас атаковать. Ничего себе, целых 5 баллов насобирал. Так, ну у него по нулям, это радует. Ну вот так примерно. Ну, твой ход. Ну, атака на 4. И супер удар от эрлифозавра.
Так, ну все нормально, все прошло по плану. И использовали мы всего лишь одно усиление. Так, мчимся дальше. Так, все время забываю прочитать условия. Два травоядных теперь нужно взять. Теперь нужно взять два травоядных. И нету ни одного травоядного, да, который бы мог выдержать хотя бы два. То есть нужен кто-то, у кого хотя бы больше, чем 4500 желательно. А потом что будет? Три травоядных условия? Вы сейчас смеетесь? Три травоядных. Вот там вот будет интрига, ребята. Если будет три травоядных. Так, ну значит этого нельзя трогать. Сигназуха нельзя трогать. Давайте посмотрим, кто у нас тут по травоядным. Ну, три сигназуха. Так, выдержать один удар может урхозавр. Так, ну здесь нужна примерно такая же стратегия, как и была у нас. Где наш Апатич? Вот, Апатич, у него 7 косарей. То есть, ну вот его, по идее, нужно будет оставить. Апатозавра нужно будет оставить. Так, ну берем любого слабого. Берем. Потом возьмем... Кого взять? Ну тут не важно, вот абсолютно все равно кого брать, потому что не выдерживаю. Тут даже не знаю, брать на следующий бой два сигназуха, там, или тут взять вот урхозавров, например. Ну давайте сюда возьмем урхозавра, а здесь возьмем хышничка одного такого, вот такого. Так. Усилялки. Усилялочки. Ну посмотрим, разберемся. То есть в любом случае мы пройдем, мы можем. Нужно будет немножко подумать просто. Так, правда не знаю, зачем я так, только что так сделал. Вообще ума не приложу. Зачем я взял два таких травоядных? Так, ну мы по-любому, короче, переживем. Как бы три удара. Раз, два, три, четыре. То есть пробил. Не знаю, правда, стоило ли этого делать или вообще не стоило бы, конечно. Кто его знает? У него 4, атакуют всего лишь на 3. Но это тоже неплохо, вот как бы, потому что у урхозавра больше, чем 4666 жизни. Ооо. Ну так, а я вот тут вообще по изичу пробиваю, смотрите, вот так вот. Один я его пробил, два взял. И раз, два... И все, все в шоколаде у нас. А если у него будет сейчас больше 4? Упс. Так, ну я тоже как-то решил в защите посидеть. Вот, давай на 5, атакуй на 5. Упс. Упс. А чё я парюсь? Это же последний. Блин, а я что-то думал, что это не последний. Ё-моё, зря потратил плюс 50 усилений. Но прикольно, феразинозавр с 13 тысячами. Чё-то я перемудрил тут в конце, ребят. Так, и три травоядных, да.
То, о чем я думал. Так, тогда нам нужен первый травоядный. Это будет наш апатозавр. Он будет танковать. Потом будет идти сегнич. Вот один или два вот. Но сегнич бьет вдвое сильнее. Но не выдержит ни одного удара. Можно взять стиги. Так, ну тут надо с усилениями что-то нам думать. Давайте возьмем такие вот хорошие усиления. И по любасу победим. Хорошо, если апатозавра плюс 250 здоровья дать, то что получится? Не знаю, что получится. Хотя... У нас сейчас будет, кстати, 250 здоровья. Давайте дадим их сигнозуху. Вот это будет машина для убийства. Как вам? 17 тысяч жизней. Это, короче, как те супергибриды, с которыми нам предстоит, приходится сражаться, у которых по 20 тысяч жизней и удары по 5 тысяч. Вот это мы только что сделали такого супер крутого гибрида. Делаем 2. Делаем 1. Да, сейчас этот стегнич всех нашинкует. Ну хотя, 3 удара и хана, то есть как бы у нас не 17 тысяч как бы против сигнозуха, это тоже как-то не особый аргумент. Давайте заберем у него 1 балл. На следующий шаг ему дадут 2 балла всего лишь. Почему я 3 атаковал? У него был 1 балл в переносе? Или нет? Да, был. Ну, мы его так вообще обезоружили по полной программе. В принципе, я думаю, нам даже не понадобится вот тут то усиление. Да, а если бы мы сейчас проиграли каким-то чудом, то Стиги добил бы его. Плюс 3 у нас остается на силу удара. Так, и наборчик травоядный нам дают. 500, немножко еды и скалозавр. Так, 5 наборов, да, наверное? На сутоцератопс. Еще на сутоцератопс. И все, всего лишь 3. Интересно, нам дают все вот эти шильдики. Кстати, уже нету на наборах вот этих вот значков шильдик, типа, мол, откройте битву титанов. Ну, я ее уже открыл, да. Как видите, главное пройти первый бой, и потом уже турнир остается открытым. Так, что у нас здесь? Обычный X1, но это совсем не интересно. Разве что взять кого-то, кого я давно не видел. Давайте так, чисто полистаем, посмотрим. А, ну на самом деле у нас обычных-то не так уж и много. Ну да, ну да. Как бы, да, и смысла туда листать далеко нет. Там уже просто простой уровень будет. Давайте вот Бунита за урку возьмем. Давненько вообще не помню, как она будет. Ух ты, вот, хотел взять Бунита за уровень, и нате нам противник Бунита за ура. Так, ну здесь главное, чтобы у противника у вас было жизни побольше. Соотношение жизни к удару было вот таким вот, как сейчас, да, чтобы удар... Вы сами себя не могли убить там за 2 удара. Ну тогда у вас будет все в шоколаде. Хотя вот это что я сделаю, я даже не знаю. Так, ну мы... Ой, нас убили. Это я что-то заговорился, ребята. Надо сейчас сделать матч-реванш. А ну-ка.
Ну что, красиво смотрится, бонита за ура, такие яркие цвета. Да. Так, давайте сейчас еще посмотрим. Ну, бонита за ура вообще, короче, идеальный вариант. А давайте возьмем тоже бонита за ура. А, ну, аргентинич подходит, в принципе. Соотношение то же самое. Да, удивительно, что у нас аргентинозавр там такой слабый. Это же один, ну, как бы самый крупный зауропода из 100% найденных, проверенных и исследованных. Так, ну здесь три удара и хана. Ну вот, как бы это делается специально для того, чтобы вас нельзя было убить за 1-2 удара. Ну да, три удара и хана. Вот так вот, короче, вот так должен был пройти наш первый бой. Там я что-то перестарался. И даже, кстати, вы знаете, что даже зауроподы, так же как и слоны, ходят на пальчиках. То есть у них стопа, это вот как вы возьмете ладошку, опустите пальцы вниз, и вот они вот так вот стоят. Просто у них там между пальцами тоже есть как бы соединительная ткань. И пальцы стоят плотно друг к другу. Но они ходят на цыпочках, на пальчиках. Вот такие вот гиганты ходят на пальчиках, ребятки. Ну, на этом я с вами попрощаюсь. Не попрощаюсь. Мы же с вами должны еще качнуть нашу статуэтку. Ладно, пусть это мы сделаем не в начале, значит, сделаем это в конце. Кто досмотрел, тот молодец. Итак, 80 из 125 мы уже собрали. Давайте пойти. Коллекция легендарных животных. Так, 5 20 уровня. 5 40 уровня, собрать 5 амфибий 20 уровня, 5 хищников 20 уровня, 5 травоядных 20 уровня, 5 кайнозойских 20 уровня, 5 птерозавров 20 уровня, 5 водоплавающих, да, водоплавающих, собрать любых 5 гибридов, прокачать этих 5 гибридов на 20 уровень. Ух ты, прикольно. А вот тут что, пусто, да? Еще зубасти. То есть иметь просто в наличии тираннозавр, спинозавр. Так. Это у нас раджик. Гиганатозавр. А вот это вылетело с головы, короче. Так. Так. Это у нас микропозавр так выглядит. Микропозавр, принозух, диметродон, диморфодон и астафрикозавр. Битва. Ну вот иметь таких 5 существ. Силы водная. Водная сила, наверное, в таком порядке. Там это вот протостега, артакон, это геозавр, по-моему, тринокромерум и стиксозавр, да, что-то вроде того. Идеальный синтез. Карнораптор, блин, а карнотавр, нундазух, таппежара, пахик и анкила, да? Так, идеальная пара. Птеранодон, таппежара, велоцираптор, карнотавр и капразух. Так, силы животных кайнозойской эры. Так, это Келенкин. Мамонт, фараракс, наверное, или гасторнис, дедикурос, дедикур или там второй у нас есть, забыл, и индрик. Так, нам еще 4 этапа. Силы наземных, да, силы наземных, но почему-то здесь чидзингоптер что-то делает. Опять же, анкила иметь. То есть, ну, реально, то есть, выполняя предыдущее задание, у вас тут будет тоже выполнен. И капразух будет выполнен, и анкилозавр, тепостазух, и кто это у нас такой? Эриопс, наверное. Короче, тоже фигово знает. Так, по миниатюрке я не вспомню. Так. Это унайзавр у нас так выглядит. Я уж давно что-то его не видел на картиночке. Так, зухамим, спинозавр, опять же анкила здесь, спинозавр, тиранозавр, то есть как бы это вот тут один только новый появился из тех, что у нас там раньше не требовалось. Сверххищник, да, аллозавр, гиганатозавр, блин, тиранотитан, вот точно, вот это тиранотитан,
Кранозавр почему-то у нас здесь... А, ну, кранозавры, кстати, очень большие. То есть это очень сильные и крупные хищники, то есть там были. И карнотавр. Так, ну и последний. Это мы уже, смотрите, сотый из 125. То есть мы уже приближаемся к концу. Так, диморфодон, велоцираптор, пирораптор и галимин, походу. Та-дам! Так, и мы получили резинку-терезинку. О, вот такой вот. Динозавр-косарь, так сказать. Круто. 32 клеточки мы уже собираем. Так, давайте сюда еще перейдем. А, вот и все, собственно говоря, ребята. В следующей серии у нас будет уже финал. Это Индоминус. Давайте тут прокрутим. У меня вообще это все выполнено для Индоминуса. Ух ты, ё-моё, как много ячеек. Не знаю, это, наверное, мы за две серии будем собирать. Ладно, ребят. О, это только средина, ребята. В общем-то, вы узнаете в конце. В следующих сериях, все ли у меня есть, чтобы получить статую Индоминуса. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока.